Во второй день 18-го Петербургского международного экономического форума представители деловых кругов, политики, эксперты продолжили обсуждение актуальных экономических тем. Сегодня всего состоялось 34 рабочих сессии. Сегодня состоялось пленарное заседание «Укрепление доверия в эпоху преобразования», в котором перед участниками форума выступил президент России Владимир Путин. Президент России говорил о российско-китайских экономических отношениях, перспективах экономического развития России, взаимоотношениях стран в регионе. Кроме того, участники форума обсудили вопрос устойчивого развития пространства СНГ, интеграция глобальных энергосистем, стратегии инновационного развития и другие вопросы. Компании государства представили на полях форума свои продукции и товары. Эльшан Шахпалаев, Зар Мусаев, Умбат Мамедов, Азертач.